Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины и скульптуры с описанием по книге «Великие музеи мира». Бертрам Маккеннал. «Раненая Диана». 1907 год. Мрамор. 147/81/62. Австралийский скульптор Бертрам Маккеннал родился в Мельбурне. Юноша пошел по стопам отца, ирландца по происхождению, 18 лет оказался в Лондоне, учился в Королевской академии искусств. Совершив поездку в Париж, где некоторое время работал у Огюста Родена, Маккеннал вернулся в Англию, привлек внимание архитекторов своего времени. Это эпоха короля Эдварда VII. Поскольку его псевдо- или необорочный стиль гармонировал с их постройками. Мастер сделал скульптуру для военных мемориалов Англии, в Австралии, прославился над гробием короля Эдварда VII в Виндзоре. Ему принадлежит дизайн медали Олимпийских игр 1908 года, которые проходили в Лондоне. Затем Маккеннал исполнил коронационную медаль для короля Георга V и одну из монет британской валюты. В 1921 он стал рыцарем-командором Викторианского ордена. Диана была богиней Луны, поэтому Маккеннал наделил ее диадемой в форме полумесяца. Она также являлась главной античной охотницей, потому могла быть ранена и перевязывать ногу. Автор поставил перед собой задачу показать сложный ракурс фигуры и блестяще решил ее. Скульптура была приобретена государством как национальное достояние, и это упрочило авторитет мастера. Вот такое описание к работе «Раненая Диана». Автор Бертрам Маккеннал, 1907 год, мрамор. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.